Значит, мы попытаемся сегодня обсудить вопрос, как социальная философия может быть следствием какого-то рода онтологии. На сегодняшний день я попытаюсь поговорить о либерализме и противостоящему фашизму на примере онтологии Декарта. Напомню, о чем речь идет у онтологии Декарта. В самом деле, говорит Декарт, если перед нами есть некий предмет, то мы можем думать, что нет наших глаз, которые мы смотрим, значит, ушей, которые мы слышим, но несомненно то, что предмет является фактом нашей мысли. То есть, он перед нами, я думаю, что он существует. Тем самым мы конституируем некую специальную сущность, отличающуюся от другой сущности, которая является чистым декартовым «я». Она отличается от других сущностей тем способом, что она самом себе предполагает существование. Несомненно, то, что, быть может, всего вокруг мира нет, но, безусловно, есть я, который в этот самый момент думает, что этого мира вокруг меня нет. И этого предмета вокруг меня, передо мной тоже нету. Тогда предмет превращается в действительного только тогда, когда он является фактом моего сознания, то есть фактом моего мышления. Мы видим таким образом, что в этот самый момент у нас некая такая сущность, то это самое «я», определяет себя, несомненно, как существующую. Оказывается, что декартовское когито или декартовское «я» — это, оказывается, некая сущность, по своему построению своему она предполагает свое существование. Кактус, телевизор не предполагает внутри самого себя существование. Тем не менее, декартовское когито это существование предполагает. То есть это когито ergo sum, эта самая ситуация очень нам напоминает ситуацию с онтологическим доказательством бытия Божьего. Там в самом деле Бог это некая такая сущность, которая, в идее которой заключено существование, которое мы не можем помыслить иначе, никак существующее. Это сразу же конституирует нам принципиально иную, ну не принципиально иную, а некую своеобразную онтологию. Мы видим тем самым, что у нас оказывается декартовское когито исключительно онтологично. Оно задает нам онтологию, то есть то, что есть на самом деле. Онтология – это то, чем мы признаем на самом деле существующее. И вот Декарт признает высшей некой сущностью, хотя у него есть и вторая вещь, идея которой заключена в существовании, это вещь протяженная. Он в этом самом деле, в этом самом акте задает нам некую онтологию. Посмотрим, как на эту самую ситуацию смотрят различные рода социальные учения. Вот мы эту запомнили, и вот эту самую ситуацию. И смотрим, как вот... Запомнили ситуацию в том, что когито это некая такая сущность, в идее которой заключено существование. То есть она онтологична, она нам задает онтологию. Ну, а почему не говорить о «я»? Ну, и «я», хорошо, «я». Просто я когда, вот лично я, когда рассматривал Декарт, я пришел к выводу, что самое-то главное, вот если мы говорим когито, у нас как-то вот акценты смещаются. То есть ты акценты очень верно расставил. Тем не менее, если мы просто будем говорить когито и забудем про то, что на самом деле рассказывал, то вот я-то уйдет куда-то там на второй план. А на самом деле я-то самое главное. Вот если Декарта смотреть, то там вот я на... На одной страничке, да, без и я. Да. Это понятно, но все равно, на самом деле, ты тут делаешь некоторую натяжку, потому что... То есть это конституирование субъекта. Ни про какое ни когито, ни я, в которое заключено существование или идея существования. Нет, там же опыт презентуется. Опыт, который как бы содержит в себе существование. Да. А не понятие. Да, но тем не менее, если действительно... Ну, можно, естественно, это... Можно этот опыт как бы... Положить объективно? Ну, да. Да, положить объективно и постараться получить некоторое «я». Понятно. Я просто хочу заметить, что мы теперь возвращаемся к нашей социальной философии. Извини, подожди. Вы медленно, чтобы вернее было. Этот опыт, совершенно верно, он конституирует, заметьте, не только «я». Он прежде всего конституирует «я», но он еще конституирует картину мира. Да, конечно, но. Конечно. То есть это обоюдный процесс? Да. Да. То есть вот это вот да, в философии называется субъект-объектное там представление. И очень важно понимать, что в данный момент он эту картину мира пытается конституировать объективно. То есть он обрисуется к некому несомненному опыту, который нам доказывает, что вот эта самая картина мира
построенное я, является истиной. Потому что есть же другие так называемые учения, которые претендуют на статус онтологии. Ну, например, христианское учение. Оно же претендует на статус онтологии, но его онтологический статус, он проблематичен. Или, например, там, ну, можем приводить большое количество. Я хочу заметить здесь следующую вещь. Опять мы возвращаемся к социального рода учениям. В частности, к фашизму и либерализму. Трудно сказать, я предлагаю сегодня досконально обсудить, что такое фашизм, да? Но, тем не менее, большинство исследователей всегда сводит этот вопрос к так называемому идею корпоративного государства. А корпоративное государство – это такое государство, где важна не права отдельной личности, а, скажем, какой-то группы людей, скажем, профсоюзов. То есть власть, например, верховная, она начинает говорить не с человеком, с конкретным взятым, а с каким-то представительством тех или иных групп, насколько он относится, например, к учителям, или к немецкой нации, или к чему-либо еще. Вот идея такая корпоративского государства. Вот Женя Берсенев, когда он приезжал, было совершенно правильно замечено, что все фашистские общества возникали всегда в рамках идеи католицизма. Пожалуй, нет ни единственного общества, я такого не знаю, по крайней мере, мы не нашли, когда фашизм не возник бы не в католической стране. Очень интересно в этом смысле сравнить второй и третий рейхи. То есть второй не фашистский рейх и третий фашистский рейх. Если идея второго... Это немецкое государство, созданное Бисмарком. То там во главе его были пруссаки. Это было прусское государство. Это Германия во главе мира, Пруссия во главе Германии. Да? То есть вот такая соответствующая лозунг. То мы возьмем, когда фашистское государство, то это были представители из южных частей. То есть это Бавария и в первую очередь Австрия. Ну, Гитлер сам выходец с юга немецких городов. Городов-государств. Да. Вот такова ситуация. Если мы посмотрим Чили, католическая страна, Пиночет, очень католическая верующая страна. Все те фашистские всевозможные хунты, они все возникали в католических странах. Истово католическая Португалия, истово католическая Испания, нам породили их хунты. Есть поперечные такие, то ли середка на половинку, их принято обзывать фашистскими, но они не совсем фашистскими. Скажем, Румыния, во Второй мировой войны, или Болгария. Но мы обратили внимание, кто их возглавлял, кто их проповедовал. С одной стороны, у румынов их возглавляла, безусловно, династия Габсбургов, то есть у них была немецкая династия и вся немецкая элита, по сути. У белорусов, о чем мне хочется сказать, у болгар, у них была, значит, ситуация, у них была выходцы из Мюнхена, то есть из Баварии, там была Баварская династия, то есть тоже южно-германская католическая династия, которая возглавляла эту вещь. И подобного рода положение дел, по всей видимости, не случайно. Если мы возвратим либеральные, демократические страны, то это в основном... Можно вопрос? А всегда ли фашизм есть определение государства? Потому что у тебя получается, что есть какие-то фашистские государства, и есть это фашистские государства. Ну, что фашизм — это государственный строй. Вот. Так. Это разве так? Фашизм, по-моему, это идеология. Да, но она идеология, но это идеология неких государств. Вот я и хотел сказать, что это идеология, Правильно, но это не так принципиально. Конечно, это идеология, прежде всего. И она была очень распространена в 20-х годах в Европе. И не только в тех государствах, которые мы называем по праву фашистскими. Допустим, там Чехия не была фашистской, а там... Я бы сказал, что фашизм — это не идеология. Идеология — нацизм. Фашизм — это немножко... Нет, именно другое. Давайте не играть термины, на самом деле. Нацизм, да. Это можно сказать... да, забыл самый главный пример католической страны, которая породила фашизм, по сути, это Италия. Да. Самый главный пример. Есть авторитарное государство, которое может породить фашистскую идеологию, но нету фашистского государства. Ну, трудно сказать. Идеология. У нас есть действительно авторитарное государство, современный Сингапур. Но тем не менее его никто всерьез фашистским государством не называет. Точно так же есть тоже тоталитарное государство Восточного Блока. Но их тоже по большому счету называют фашизмом только тогда, когда хотят оскорбить. Но тем не менее есть некое... Фашистские государства были. Я считаю, что это не так. Есть авторитарные государства, которые склонны к фашистской идеологии. Или там держатся фашистской идеологии. Идеология может быть не фашистская. Нет, но если по содержанию твоего доклада делать вопрос, то вот он такой. Вот, скажем, есть Советский Союз. По вот этому месту. Есть Советский Союз, где тоже, или коммунистическая какая-то страна, где тоже апеллируют
не к отдельному человеку, да, а к какой-то социальной группе, там, к тому же профсоюзу, да, и так далее. Да. Вот. Почему оказывается он фашистским или не оказывается? Ну, почему-то не оказывается. Не, ну некоторые считают, что фашистским оказывается. Ну вот, и все-таки для этого... Самое главное, это мысль. Как это с католицизмом-то связано, я не ловил. Я пытаюсь противопоставить католицизм и пока это просто наблюдение. Вот да, пока, на данный момент. Мы слушаем. Да, это вот просто такое наблюдение, что те режимы, которые считаются фашистскими, это не мое, это вот Жени Берсенкова наблюдение, я его просто раскрасил красками. Вот, что все режимы, которые у нас принято относить к фашистским, то они как бы возникли либо в католических странах, истово католических, либо находились под влиянием истово католической группы управляющей, вот, как это произошло в Германии. Германия наполовину там. Да, наполовину. Но я говорю, что по отношению второго рейха бисмарка, с которого был прусский, протестантский, то третий рейх он был выход исключительно из католического юга Германии. Ну, на самом деле это все понятно. Я даже могу объяснить. Угу. Потому что это католицизм не тот, который как бы был раньше. А это католицизм на фоне уже существующего протестантизма. Поэтому католицизм на фоне существующего протестантизма это всегда, как это называется, реакция. Это всегда реакция. То есть католицизм, когда уже существует протестантизм, это реакционная религия. Она уже как бы традиционна, она уже против. Вот. То есть ее сторонники и, вот, и ее идеология, она... То есть хочешь сказать, что католицизм это протестантизм протестантизма? Нет, это как бы, ну не протестантизм, но это как бы... Реконструкция или реконкиста? Да, да, это всегда реконструкция. Ре. Да, ну, да. Собственно, как да. А может, я со своей колокольни, вот к этому, именно со своей колокольни, добавлю, что... Почему католицизм? А потому что мир лежит в грехе. Вот, да, принцип. И поэтому это очень близко к фашизму, принцип несправедливости, о котором вот я еще скажу. Угу. Мир греховен. Вот он есть такой. Ну, в православии тоже мир греховен. Ну, что? А в протестантизме мир не греховен. И в протестантизме греховен, и во всем христианстве греховен. Не, он как-то... Не, во всем христианстве. Можно, там можно действовать, как бы, это хорошо. Надо, знаете, что просто заметить, что христианство противоположно фашизму. Так что, как у вас, почему именно... Это католицизм является причиной, он не является его причиной, просто является это скорее автоматикой. Коррелирующий. Да, это коррелирующий вещь. Там, где люди как бы против вот, движения, условно говоря, истории, да, вот это, да, вот, ну, да, там они как бы стремятся к католицизму, когда уже есть протестантизм, там они... Я бы на самом деле наоборот бы сказал, да, там, где на самом деле христианство... уже как бы набило оскомину, да, где идет противохристианское движение, там возникает фашизм. Где как бы христианство себя дискредитировало, где надо как бы возникли какие-то новые видения. Ну, Италия это не такая была. Ницше, между прочим, Ницше называл себя антихристианином. Не, Ницше-то да. Ницше-то мог сколько угодно себя мог называть. А большинство фашистских вот этих хунт и хунточек, они полностью поддерживали и говорили, что в основании своей идеологии у них лежит католицизм. Нет, ну короче, это есть португальская, итальянская. Прогресс, в том числе и в религии. Ну, скажем, распад христианского мира, появление новых учений, в том числе протестантских, прежде всего, да? Да. Это прогрессив. А есть регресс, и в том числе регресс в смысле религиозном. Или, это не регресс, а попытка вернуться назад, угу. Взять образцы в прошлом. Да. Вот. И просто, на самом деле, сам фашизм сам по себе... Он же и был исторически именно реакцией на либерализм. Он же не был просто да, вот как бы да, согласен, сам по себе. Согласен, да. Он реакционен. То есть да. Мы не хотим вот этого всего, что тут насаждается. Ну давайте теперь вернемся к этой самой ситуации. Что как ни странно, если мы посмотрим современных католических идеологов, то мы видим, что вот этот корпоративизм является их и фактически официальной идеологией. То есть на сегодняшний день в чем лежит вот этот корпоративизм? Почему он возникает именно в католичестве? А потому что в католичестве существует жестко выраженная иерархия, в отличие от протестантизма, по отношению к Богу. Есть священники, есть епископы, есть простой прихожанин. По православию я сейчас не говорю, да. И православие также. Вот. Но ситуация, самое важное, что сделал протестантизм, это всесвященство.
То есть каждый к Богу находится на ровно том же состоянии, что и нет избранных. А ты знаешь, что папа раб рабов Божьих? А? Раб рабов он. Ну. Ну, то есть он на самом деле это раб рабов. Ну, он раб рабов, но он же не грешим. То есть это там... иерархия, это мнимость, понимаешь, земная. Ее как бы нет. Он раб рабов. Ну, здрасте. Он пытается следовать максиме христианства, что кто хочет быть у вас первым, пусть будет всем. Ну, это все понятно. Как это оформляется, неважно. Но само по себе ситуация, что именно священник может проводить определенного рода христианские процедуры. Ну, мне кажется, все это надумано, на самом деле. И пытаться из каких-то этих чисто религиозных обрядов делать... Нет, причем не все священство. Мы ищем истоки, причина. Это все очень... Значит, в чем состоит либерализм, в отличие от фашизма, который говорит, что... Фашизм, вот я пытаюсь его так формулировать, что он говорит о примате общего, то есть неких социальных групп, над частным индивидуальным. Ты, то есть у тебя группа профсоюза учителей, то есть группа учителей или группа немцев, она важнее, чем права любой личности, конкретно взятого человека, потому что хотя бы их больше. И поэтому считается, что это можно вот поделать. Их в любом коллективе там. Ну, в любом коллективе. Быть может. Если есть... коллектив, это идет государство. Государственная идеология. Я потому понимаю, что... просто я поэтому не согласен, что фашизм это устройство государства. Либерализм. Это неправильно. Речь идет... Государство устроено как устроено. Когда речь идет о либерализме, то таки у нас там оказывается, что права отдельного индивидуальности и личности, они оказываются выше принадлежности этой самой личности к любой социальной группе. Где такое государство? Ни одного государства в мире такого нет. Почему? Почему? Потому что в любом месте всегда, где строят дороги или что-то делают для общего блага, не считаются ни с какими частными интересами. Всегда такими. Государственной диалоги. Ну хорошо. Нет, а конституция? Почему? Любая так называемая протестантская демократическая страна, она везде говорит о примате личности над интересами большинства. То есть демократия начинается не там, где все решается волей большинства, а там, где уважаются, не подавляются меньшинства. Если фашистская это вещи, то у тебя подавляются и всевозможного рода меньшинства, то демократическая, то есть так называемая либеральная... Вот до самого меньшинства одного человека. Да. Не в том, что дело. Дело в том, что в основании каждого меньшинства лежит вот та самая личность. То есть личность гораздо больше, чем один человек. Это неправда. В любом на самом деле государстве есть общие государственные интересы. И они лежат всегда выше. Это безотносительно фашизм, не фашизм. Безотносительно, это всегда высшие интересы приезжают. Вот, кажется, вот возражение совершенно не по теме, нет, не по существу. Так, я не понимаю, почему есть фашизм. Подождите, вы хотите сказать, что фашизм – это превалирование корпоративных интересов над личными. Я говорю, что это не так, это везде корпоративные интересы превалируют над личными. Не, всегда есть переходные формы, всегда все не идеально. Всегда давай так, вот смотри, вот допустим в США, если там из корпоративных интересов ЦРУ замочит американца, да, вот, тихо, все будет так, как ты говоришь. Но если это вскроется, там пойдет такой ор, да, что это такое происходит? У нас в стране такое происходит. Это недопустимо с точки зрения американской идеологии устройства жизни, устройства общества. Недопустимо, чтобы интересы одного человека, вот, да, как бы были перечеркнуты в угоду... Смотрите, что я... Сколько фильмов у них об этом снимается? Смотрите. В фашистском государстве это нормально, никто не будет... Все скажут, да, так и должно быть. Нет, ну не существует фашистских государств просто. Ну хорошо, ладно. Ну давайте называть так. Вот, государство, которое превалирует фашистская идеология, мы будем называть фашистскими государствами. Государство, которое превалирует коммунистическая идеология, мы называем социалистическим. Нет, Влад, ты под фашистским государством понимаешь некие недостижимые... Я вообще считаю, что не существует фашистских государств. Недостижимый идеал? Нет, я говорю, что есть идеология. У государства может на какое-то время там иметь... Он может на это время называть его фашистским. Все, договорились, Влад, на этом не будем спорить. Может, правительство у него фашистское, но не государство. Государство? Правительство, может быть. Мне кажется, ты срываешь интересный разговор. Влад, у меня такое ощущение. Намеренно причем. Не знаю, что с тобой случилось. В государстве превалирует... может, мы неправильно... Слушай, страна? Он же специально выводит нас из себя, всех, причем.
Спокойно. Ну и давайте я немножко уже тогда закончу. Да. Значит, я хочу обратить... Заканчиваю. Значит, я хочу обратить наше внимание, зачем нам нужен Балтикарт. А потому что мы видели, что в сердце, в сердцевине каждой личности, то есть индивидуальности, лежит вот это самое декартовское «я». Это «я», оно бесконечное количество раз больше, чем его принадлежность профсоюзу, и цвет кожи, форма ушей или глаз. Или какая-то принадлежность какой-то либо группировки. По той простой причине, что в основе этого лежит «я», то самое «я», внутри которого заключено существование. Это некая сущность, в идее которого заключено существование. И это нам задает вот эту самую, значит, парадигму настоящего либерализма, который каким-то странным образом связан со всесвященством. Почему он связан со священством? Потому что и протестантизм тоже говорит, что перед лицом Бога, то есть перед лицом существования, по большому счету, на нашем философском языке, оказывается, что внутри каждого некого человека обнаруживается нечто, которое выше цвета глаз, принадлежностью к тому-то цеху, коллективу, чего-либо еще. И отсюда образом задается примат некой личности, основанной на декартовской идеологии. И эта ситуация либеральная, она получается обоснована, в отличие от идеологии фашистской или католической, основанной на иерархии, то есть основанной на идее корпоративного государства. И следующим словом, основана на примате абсолютной идеи гегелевской. Да, быть может, да. Ну, что противоположно Декарту, то Гегелю. Да. Ну вот. Иерархию и... Да, и здесь... Ну вот я хочется заметить. Получается таким образом, что либеральная идеология в основании своим имеет декартовскую онтологию. Мы видим, что она, эта декартовская онтология, в отличие от идеологии фашистской, то есть иерархической или иерархической, какой-либо партийной или какой-либо еще, она оказывается и обоснована. В этом смысле у нас пропадает и так называемый мультикультурализм. С позиции истины между либерализмом и фашизмом, оказывается, можно сделать и выбор, в отличие от мультикультуралистической точки зрения, которая говорит, что они между собой однозначны. То есть равноправны. Симметрично. Я не говорил, может, ты еще повторишь, раз вот разница между либерализмом и фашизмом, то вот... Ну, либерализм, он таким образом получается, что важность в другом, то есть в личности, оказывается то, что он личность. А важность в фашизме, как в фашизме, оказывается то, что он принадлежен каким-то социальным стратам или социальным группам. Человек важен потому, что его достоинство личности, с немецкой точки зрения, состоит в том, что он немец, что он принадлежит к титульной нации, к нации сверхлюдей. Принадлежит к чему-то. Да, почему-то. А Декарт француз, да? Да, француз, нет, он скорее протестант. Он протестант. То есть для него каждый человек, нету некой такой иерархической системы по отношению того, что один выше другого или либо еще. Я говорю, что корпоративное государство – это идеология современного католицизма. Вот современные это вещи. В этом смысле... Римское государство. Что? Ну, точно так же было корпоративное. Ну, что? И любые государства полиса античности, все были корпоративные. Быть может, да. Не, просто в этом и Декарт тут ни при чем, потому что и христианство проповедует. Ну, все равно главный вопрос, как это очень интересно. Коммунизм. Социализм, да. Социализм от фашизма. Ну, вот основной язык. Да, это есть такое действительно. Проблема это есть, потому что как очень сложно отличить вот с такой позиции иерархической православия от католицизма, так очень сложно отличить фашизм от коммунистических идеологий. И в самом деле важное для нас оказывается не некое его личное самостояние, а оказывается тем, что он принадлежит, скажем, господствующему классу, на тот момент пролетариям или в союзе с христианством и прослойкой той самой. Вот, Игорь, вот если просто игнорировать все реминесценции исторические, а просто говорить по сути дела, то можно сказать, что есть государства, которым все равны. Мы о государствах не будем, а? Ну, не важно. Вот интересно, у нас человек дал. Да интересно, только Декарт и все остальные реминесценции исторические вообще ни при чем. Если можно было сказать, мне интересно. Ну, вам интересно, я сейчас чистую мысль скажу, что вам еще интереснее было. Да? Что либо люди все равны, либо как бы люди иерархически выстроены. Одни выше других, да? И да. Общество так и устроено. Есть римское, да. Древнее общество везде иерархические, а все современные общества... Обрати внимание, смотри, Булат. Это просто облом, совершенно. Невозможно не философствовать ничего. Мы
Вот я могу данной теме должен сконцентрироваться на этом концепте. Вот человек предложил, сказал, время потратил. Я потратил время для того, чтобы на этом, чтобы понять, что он сказал. У меня уже родилась некая критика, блин. Теперь он что-то рассказывает, кто сказки мне об государстве. Александр, ну что вы каждый раз... Ну нельзя же... Подумайте, что я, наверное, тоже не идиот. Но, я тоже сижу вместе с вами. Вот тебя спросили, при чем Декарт? Мы ни при чем, я говорю, что Декарт... А Декарт обсуждаем? Не обсуждаем мы Декарта, мы суть дела обсуждаем. Нет, я могу сказать, при чем Декарт. Мысль о том, что вот это равенство людей, оно онтологически Декартом обосновано. А неравенство онтологически обосновано. Можно только с помощью Гегеля. Не обосновано онтологически. Перед Богом. Все равны перед Богом. Есть Бог, все равны перед Богом. Мне кажется, что Декарту очень сложно. Влад, в общем христианстве, в общих догматах, но если будем разбираться среди протестантизма и католицизма, то там, вот там есть больше равенства, а здесь меньше равенства. То есть по факту. По факту. Ребята, получается. Ведь одно дело это пытаться отвести к некому внутреннему опыту. Я же говорю, что онтология Декарта, в отличие от христианской онтологии, в самом деле онтология. Потому что он из некого опыта доказывает вот это самое «я» или «когда». Нельзя просто сказать «все равны перед Богом». Что это? Просто это просто, идеологическое... Оно не фундирует. Нет, подожди, если мы считаем, что Бог есть, то «все равны перед Богом» — это еще раз, такое же антологическое. Но антологически не равны. Почему? Перед собой не равны, друг перед другом они не равны. Почему? Точно так же равны. Ну как же не равны? Ну как же, мы просто смотрим, мы же не равны. Вот мы с вами не равны. Перед Богом, да, кстати. Перед Богом мы с вами равны, а вот друг. Вот Игорь сейчас не равен нам, потому что он сидит в кресле и доклад делает. Нет, правильно. Так я считаю, что вот Декартом объяснить нельзя все же. Почему? Но. Потому что в каком аспекте равны? Да, мы равны в том смысле, что мы люди. И все признают вот человеков. Как человеков, да. Но... Декарт не про равенство. Декарт про значимость «я». Конечно, там не про равенство. И либерализм не про равенство. Так и либерализм тоже говорит, что люди разные между собой. Но что является для них существенным, то есть существующим поистине. А в том, что у них внутри вот этот есть кусочек «я». Не в том, что у них разные цвет глаз. Они равны вот этим «я». В том, другому они различаются между собой. Бомж. Они «я». Что «я»? И перед законом они равны. А в фашизме не равны. Правильно. Не то, что не равны, а то, что там проблемы это нет. Там категория выступает сообщество. Ну, да, господа, да, они персонажи. Да, давайте я вам только фашизм немного защищу, так, а то получается, что так все собрались. Мы Декарта обсуждаем еще. Декарта обсуждаем, хорошо. Да. Ну так я начал уже говорить. Можно продолжить? Так вот, с самого начала же мы говорили, что картина-то двойственная. Кроме «я», субъекта, да, есть еще картины мира. И они консепуируются одновременно, да. Понимаешь, да? Да. Вот. Так может быть, либерализм, там, социализм и фашизм отличаются не «я», а картиной мира? Да, но, вот. Чем? Но я хочу заметить... Картину мира, во-первых, конституирует это самое «я», это во-первых. Картину мира, как «я». Картину, может быть, вообще не быть. Да. Есть только «я». Да, да. Это так, же, ценность, да. Тут да. Проблема в том, что есть ценность «я», и есть ценность общества, в котором нет «я». Фашизм, там нет «я». Нет, да. В каком-то там смысле в либеральном обществе вообще как бы... А в либеральном есть «я», да, там не нет. Так, это не так. Просто есть ценности атом... общества. Есть общество атомистическое, где общество складывается из атомов «я», а есть общество цельное, да, органическое, где как бы каждый встроен как в организме. Каждое «я» встроен как в организме. Христианство, если вы внимательно смотрите, там крестьян объединяет все, они все, это, все едины в Христе. А как бы Христос как разделен там? Но они не ценны сами то по себе. То есть, условно говоря, Христос представляется как бы человек, у него есть рука, там, ну, такой образ приводится, там, нога, там, и прочее, сердце, и мозг, да. И тоже так же вот люди объединены, кто-то, как бы, ну, опять же, в метафоре, да, кто-то представляет себе руку, кто-то ногу, кто-то там, голову, кто-то сердце. То есть, некого рода организм. А общество, о котором вы говорите, это общество атомистическое, где как все сложно из элементов и вот, ты знаешь, как ни странно, нет. Ну как нет? Все прямо самого Декарта так. Смотри, как... Самого Декарта все разлагается на элементы и из элементов складывается. Смотри, как получается. Это суть метода в этом. Интересно, смысле. В христианском обществе у тебя действительно есть общество как организм. Оно противопостоит атомистическому обществу. Но атомистическое общество, оно не задает себе определенного рода социального статуса. Это простое противопоставление. Я же из того, что я скажу, что стол состоит из ножки, стульев и чего-либо еще, а на самом деле организм, из этого ножка и стулья не придадут себе вот этого высокого статуса, который задает ему я Декарта.
не произойдет. Если ты вспомнишь, что человек по Декарту есть механизм. И как раз это очень характерно для него. Это животные вообще-то есть механизм. Механизм? И животные есть механизм. И вообще говоря, он... Человек, у человека биологическое тело. Ну, это не касается... Кстати, не будем уточнять. Я просто объясню. Машина человеческого тела. Я хочу, чтобы просто уточнить, в чем смысл-то. Потому что он даже человеческий организм понимает как механизм. Так нет, есть некая противоположность механизмом и организмом. Это очень просто. Да, он четко противостоляет. Я и протяженное тело. У этих элементов организма руки нету, я. Причем здесь я-то? Я говорю про аналогию. Я тоже хочу сказать, мы только об этом и говорим. Декартовское понимание общества, да, если уж вы про Декарта хотите, хотя это относится вообще там к эпохе Возрождения и еще дальше, можно копнуть, и там это все будет. Это есть действительно два коренных различных понимания общества. Либо общество состоит как бы из атомов, да, неделимых, как вы говорите, личности, я, там, неважно. И оно как-то атомизировано, общество складывается как бы из этих элементов и созидается целое. Либо общество как организм цельность, в котором есть отдельные органы, они друг другу не равны, но они сопряжены тем способом, что как бы только они совместно образуют то единственное, кто представляет собой. Я-то хочу сказать нечто другое. Нет, я просто это. Ты, может, что-то нечто другое говоришь, что я просто указываю чистоту мысли. Ты каждый раз какие-то реминесценции делаешь где-то, которые можно просто в чистоте мысли высказать. Вот есть некая вот такая противоположность. Я говорю, потому что христианство, да. Антология-то где у тебя? Христианская антология утверждает, что государство или вообще общество это вот такого рода организм, где невозможно выделить отдельные атомы, где они сопряжены. Так любое государство. Нет. И из вашего определения теперь получилось бы на самом деле, что это христианство является фашистским. Потому что вы изначально считаете, что если корпоративность, то есть, иначе говоря, организмичность превалирует над единичностью, над элементарностью, то это как бы это признак фашистства. Да нет, не обязательно. Ну так, чтобы с этого начинался. В христианстве нет разделения людей. Это тот же самый вопрос, что с социализмом. Потому что христианство, оно близко к социализму. Нет разделения людей на группы. Поэтому... И поэтому нет корпоративности. Христианской идеологии корпоративности нет. Корпоративность есть. Нет. Есть. Какая? Какие группы? Группы есть ближние, есть это дальние, есть как бы враги, есть... Нет, внутри государства есть группы, официально разделенные христианство. Христианство — это идеология. Какие государства? Есть Ленина, есть язычники. Фашизм тоже. В некоторой стране есть разделение на группы по христианскому принципу? Нет. Это не корпоративное. Я вообще не понимаю вопрос. Нет. Фашистское общество, корпоративное, элементом общества выступает некая корпорация, некий организм какой-то. Не организм. Почему? Организм, а некий корпорация, это и есть организм. Не обязательно. Группа, общество, это не важно. Превалируют общественные интересы над сейчас. Не общественные интересы, они Все священства, которое поднял Игорь, вот. Она совершенно не вписывается в твою простую... Давайте про тему всесвященства скажу. На самом деле, тема всесвященства – это просто есть следствие того, что появились такие атомарные личности, да, которые... Это микрокосм равен макрокосму. То есть, да, отдельный человек, как личность только появилась в эпоху Возрождения, сразу возникла вот эта вот идея, естественно, да. Оно просто Декарт ее выразил. И всесвященство – это просто логическое, это итог вот этой изначальной... Ну что, мне такое ощущение, что всем, кроме Булата, ясно, да? Ну, я что-то хотел сказать, но я не убежден, что из Декарта можно вывести либерализм. Ну, я, по крайней мере, пытался придать статусу не смысл атомарности, а смысл онтологии. Субъект-объектность, да. Смысл онтологии. Не смысл атомарности, по-моему, а смысл онтологии. По-моему, ты просто из Декарта вывел, ну, как бы, ценность человеческой жизни, вот скажем так, которую не только в либерализме можно там... В фашизме герой. Герой. Возвышается на всем опыте. Это личность, понимаешь? Да, личность. Да. Личность — это сколько угодно. Он может быть и личностью, он может быть и героем, и кем угодно. Но тем не менее, онтологического статуса, принципиально отличающегося его нету. А вот декартовская антиология есть. Он не просто герой, он герой, принадлежащий какой-то группе. И если произойдет что-то, от мира. Он потеряет статус героя, он потеряет статус полностью всего.
У него не останется, он сгниет, и убьют его, и казнят, и все прочее. Ну, чего невозможно в либеральном обществе. Какой бы ты ни был, герой не герой, но твой статус, как гражданина и как я, все равно одинаков. Да, потому что он основан на когито. У вас получается, что фашизм... И на стойности, потому что герой основан на стойности. Подожди, а здесь он основан на бытии. Как бы вот Булат то, что он говорит, атомарное общество, это различие внутри стойности. А я говорю о различии онтологического, то есть о различии бытия. Да, я слушаю. У вас любое традиционное общество тогда станет фашистским. Любое традиционное общество, общественные интересы и там... Да мне общественные интересы не говорили. Что-то превалирует. Потому что либерализм борется с фашизмом. У вас вообще какая-то либерализм противоположен фашизму и все. То есть все, что противоположно либерализму, у вас фашизм. Очень весело у вас. Весело у вас просто, что могу сказать? Ну, значит, нет, это правильное замечание, между прочим. Оно состоит, еще мне Антон его тоже предъявлял, что по поводу того, что надо бы грамотно отличить эти социалистические тоталитарные режимы от коммунистических. Ну вот, и, по крайней мере, то есть фашизм не удается очень удачно справиться, хотя подойти к этому, по-моему, удается вполне с такой позиции. Но с другой стороны, попытаться понять онтологический статус либерализма удается. Я все же не соглашусь насчет, что это именно либерализм. Я бы согласился, если бы ты сказал гуманизм. Поскольку либерализм, он декларирует гуманистические ценности, поэтому так и получается. А фашизм как-то критикует гуманистические ценности. Кстати, да, это гуманизм, действительно. Это гуманизм. Может быть. Ну вот мы поговорим сейчас о либерале фашизме, когда будем рассуждать о Пиночете во второй части выступления. А мы-то определение зачитаем? Или нет? Давайте. Да. А? Да, давайте зачитаем. То есть, зачитаем. Вот как я понимаю фашизм, без столь глубокого погружения в Декарта и вообще в основу философии. А именно, фашизм – это радикальная форма реализации принципа несправедливости или права сильного, в скобках, да? Вот под несправедливостью в данном случае понимается право сильного. В эпоху модерна, да, это очень важно, чтобы рассечь твои вопросы о прошлом. Именно в эпоху модерна, в эпоху рационального человека. То есть, когда уже Бог умер, или он умирает, умирающий Бог, да, вот, имеет место быть, вот этот процесс умирания Бога, и ему противоположный некий процесс появление новой сакральной сущности под названием нация. Вот. Это обращение к прошлому. В том числе не только к прошлому к основам христианской религии, да, именно католицизму, а и к дохристианскому прошлому. Вообще к прошлому. То есть выбираются образцы для общества сегодняшнего дня, выбираются образцы из прошлого. Вот, чтобы было как время, да, вот в Италии, в древнем Риме, чтобы в современном Риме было как в древнем Риме. Вот отсюда и искусственное выстраивание естественной разной естественной иерархии. То есть за образцы берутся нечто естественное, это натуральное. Но в природе мы знаем, что справедливости нет. Везде иерархия, сильные пожирают слабых и прочее. Итак, значит, выстраивание искусственных иерархий, которые называются естественными. Пока если в природе деление все иерархичное, значит, иерархии в человеческом обществе тоже также естественные. Также и декларируют фашисты, которые я хотел защитить. Они говорят, что все иерархично, значит, и человеческое общество должно быть иерархичным. Это естественное общество. Так я про это и говорю. Почему оно искусственное, это иерархия, это оно не искусственное? Лучше и должны править. Это с нашей точки зрения, что это искусственная иерархия, которую они называют естественным. Хорошо. С нашей точки зрения. Ну хорошо. Естественно. Вот отсюда же вытекает, кстати, и идеологический тоталитаризм. А именно. Какой-то тоталитаризм идеологический. Это вот следствие радикализма этой формы общественной жизни. То есть в этом вот в моем определении важно и
то, что это именно радикальная форма реализации принципа несправедливости, не просто принцип несправедливости реализуется, а радикальным образом. Но ради общества, общности тогда скажу насчет других формаций. Соответственно, коммунизм на выражение берет справедливость, ища в будущем свое оправдание. А не радикальными формами того и другого, то есть фашизма и коммунизма, являются либерализм и социализм. Еще, может быть, следует сказать, что вот... А причем, вы помните, когда вы первый раз проговаривали это, вы говорили, что почему они должны быть радикальными, ну, коммунистами? Да, 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 вот это. Потому что иначе они окажутся пошлостью. Да. Вот. И вот, собственно... Реконструкторы и футуристы не могут не быть радикалами. Да. Они не могут быть, значит, скучненько, интересно. Да, но я к чему, что хочу сказать, что... И ведь основная претензия к либерализму и социализму, она и состоит в том, что они пошли, вот, оказывается, в итоге. То есть вот это как бы демократия, да, она пошла. То есть это та причина, по которой как бы там народ идет там в фашизм там, или в коммунизм. Потому что альтернативы, которые им предлагают, они пошли. Да. Пошли. Александр, я как раз предлагаю заменить одно слово в определении фашизма. Смотрите. Фашизм – это радикальная форма реализации принципа несправедливости в эпоху модерна. Реализация заменить на воплощение. Потому что реализация, оно как будто мы реализуем, а это воплощается просто без ведома, не специально. Форма воплощения. Ну да, это функция. Может быть, да. Форма воплощения, форма реализации. Когда мы говорим, я реализую, вот это я что-то делаю, как будто они реализуют. А когда форма воплощения, это некое такое вот... Да, ну вот стало быть, вот несправедливость при фашизме, она возводится вот в некий принцип. И вот связь с тем, что говорил Игорь, она как-то прослеживается, по-моему. Вот, несправедливость. Принцип несправедливости. Несправедливость. Несправедливость при фашизме возводится в принцип, да? И вот связь с тем, что говорил Игорь, кроме Декарта, она, по-моему, прослеживается. То есть вот этот вот... Ну, вы знаете, она... С католицизмом. Как раз мне кажется, что Декарту нужен. Ну, вот должно быть понимание вот этой ценности, там, не знаю, человеческой жизни, вот, чтобы чувствовалось, что это действительно несправедливость. То есть, если действительно в древнем обществе, где право сильного присутствовало точно так же, в том обществе, на которое ориентируются, опять же, эти фашисты, этот принцип, он не был принципом вот именно несправедливости, он был принципом естественности той самой. Вот я сильный, ты слабый, все. То уже после Декарта, после гуманизации, да, после протестантизма, как я уже говорил, да? Гуманизация вот до Декарта началась. Ну, после гуманизации, да. Ну, Декарт здесь тоже выступает как вот как бы как вершина некоторая, да. То есть вот он обозначил экзистенцию, так сказать, как самоценность такую. Так вот, после этого, это уже реализация принципа несправедливости, потому что можно только как бы кривя душой закрыть глаза на то, что... Вот, что есть декартовский субъект. Да, что есть декартовский, что я есть я, что как бы каждая там личность самооценка. Ну да, да, можно, вот. Да. То есть это всегда реакция. Это то всегда... есть поэтому фашизм обязательно надривен. Нет, ну я сейчас сказать за фашизм выступаю, как бы там, как бы, значит, легко, как бы фашизм, когда никто не выступает за фашизм, кому тоже надо. Ну так что, так может я тогда хлопну ладоши, ты сядешь и выступаешь. Да там не говорю. Зачем я буду вот это? Я там немного только скажу, что там говорить. Просто фашизм действительно декларирует, что все в мире иерархично. Естественным образом, человеческое общество тоже должно быть иерархично. Должно быть так, чтобы оно было счастливым и разумно устроено, что лучшие должны наверху быть править, да, а худшие должны быть внизу и не подчиняться. И это. Точно так же они опираются на Платона, и там, на Гегеля, и на всех, кто указывает на то, что все, да. Что в мире существует, естественно и нормально, все иерархично. Да. Очень верно. Да, и вот простой принцип, это, как бы, который указывает, почему иерархия должна быть. А вот смотри, вот теперь задумайся сам, ты же философ, да? Если они говорят, вот должна быть иерархия, они как бы, если что-то естественно, оно уже и так есть. Нет, теперь вспомним Руссо. Я вспомнил Руссо, да, Руссо. Что сказал Руссо? Что все человек — это форма извращения естественного.
да, что все, что человек порождает, все, что порождено человеком, это есть не что иное, как уклонение от естественного. Что надо вести и вернуться к естественному праву. Вот естественное право, оно как раз декларируется как то самое право, которое создается естественным так вот, в природе. Их реакционизм и состоит в том, что они как бы пытаются, если есть естественность в естественности, вот как вот она существует, она не задается вопросом и не отличает себя. Да никто не задается вопросом, то, что вот. Сказал должен, это как бы... Я хочу сказать, что... Потому что те структуры, которые они настраивают, да, в качестве вот этих естественных, они же как бы действительно искусственные. Совершенно правильно Александр говорит. Да, они как бы привносят их. Александр, это равенство людей, это искусственная идея, которая взялась в христианстве, на самом деле, никакого Декарта вообще ни при чем. Она взялась из того, что все перед Богом равны. Когда исчез Бог, естественно, как бы исчезло и равенство перед этим Богом. И все, как бы, это как бы само обоснование равенства людей исчезло. Декарт вот никаким образом равенство не обосновал. Хотя декартовский, ну вот основ, либерализм основанный, скажем, на антологии Декарта, он не говорит, что люди между собой равны, потому что это общество неархичное. Да, но другое дело, он видит в этом, в человеке, некое... ведь иерархия это что такое? Это различие между различными людьми, в смысле их что? В смысле их таланта, происхождения, чего-либо еще. Нет, это неправильно опять. Давайте как я опять выставлю со стороны фашизма. На самом деле, онтологически существует просто разное бытие. Это раньше говорилось, есть голубая кровь, да? То есть есть как бы сверхлюди есть. И то сверхчеловек, да, Ницше, это тот самый сверхчеловек. Именно то. Онтологически разные люди. И ты как бы у тебя одно бытие, а там не одно бытие. Так вот о том он и говорит, что онтологически разные. Что Декарт открыл, что как бы везде лежит как бы вот этот вот атом одного и того же бытия. Да. Вот. То есть равенство бытия. Да. В фашизме есть вот да, это не вот. Фашизме. Давайте пока ну, фашизм. Хорошо, оставим. В иерархическом обществе есть как бы различные типы бытия. Нет, не так. Есть как бы лучшие благородные, а не бытие, а все остальное там это не люди, это скот. Я опять продолжаю. Что у тебя либерализм основан на Декарте, иерархия не отрицает. Вообще, что может быть иерархическим, люди могут разные способности, что-либо еще. Опять же, это ведь даже, вот Александр говорит, это в эпоху модерна. Понимаешь, не надо вспоминать рабовладельческие всякие строи. Для того, чтобы что-то понять, надо вспоминать. Надо понимать, что это... Вспомни, в чем ужас был людей, в том, что вот мы в 20 веке, мы после эпохи просвещения, мы после возрождения, мы после всего этого, после гуманизма получаем Вторую мировую войну с концлагерями и так далее. Вот в чем ужас. Не в том, что когда-то там где-то было. Почему? Да, так ужасно все было. Нет, мы просто... Вы никогда не задумывались, что фашисты появляются, когда христианство обрушилось? Нет, не задумывались. Именно так, что это на самом деле есть реакция на конец христианства, понимаешь? А фашизм возникает, когда христианство свои позиции как начинает сдавать. Как и либерализм. То есть как модерн, полностью модерн, который имеет две стороны. Но для того, чтобы понять динамику, надо понять, откуда это вырастает. Да. Почему это так? Это непонятно, потому что совершенно другая ситуация. Вот рациональный человек, его не было раньше рационального человека. Вот Декарт, родоначальник рационального человека. Да, это важность. Да. Вот и все. Но это неправда. Последний штрих. Декарт, Гегель. Ну и чтобы различить еще одну сторону социализма или коммунизма, нужно все-таки тема о материализме. То есть в котором нет вообще субъекта как такового. Есть абсолютная субстанция какая-то, но не высшая, не абсолют, а уравнивающая все материально. И еще отличие от гегельянства, которое все-таки было больше в прошлое, то есть как бы завершающее. Гегельянство завершило собой. То есть констатировал, что на мне завершилась философия. То материализм как бы предлагает в будущее идти. Что мы там познаем всю материю, познание вечно, бесконечное, вперед. Александр, а материализм почему противопоставит? Гегельянство, что ли? В рамках подразделения между Декартом и всем остальным, вот все остальное еще может подразделиться на гегельянство и материализм. Ну это как бы... Ну что, хлопнем, потом продолжим, да? Ну, собственно, так и получилось, как бы либерализм, а с другой стороны фашизм. Это как и свинки там, и так и кошки. Я скажу еще интересную штуку. А почему фашистов-то все кругом виноваты, вы заметили? Да, все только виноваты, да. О, так это вот именно и объясняется вот этим принципом несправедливости, который они возводят в принцип, что просто элементарно вот перенос на других собственного комплекса.
хлопаешь, да. Зачем можно хлопать? Вот, да.